Всем привет, с вами Котик, и мы продолжаем игру Фаблошика. Мы остановимся на этом же моменте, продолжаем. Это Джим, то, что ты сделал у Майка, было хорошо. Мы сегодня вечером это крупная добыча. Мне нужно позаботиться о нескольких предателях, которые строят против меня козни в пиццерии Матео. Что я могу сказать? Будет кровь, так что подготовь побольше мешков для трупов. Ковальский, много мешков. Так, теперь я ем их последнюю пиццу. Кстати, да, практически. Какая вкусная. Ставим это грубо. А как их положить? Никак нельзя. О. Ну ладно. Компьютер было подойти сначала. Да. Портрет кота. А, во! Нет. Ну тогда это мне. Привет, пап. Сегодня был тяжелый день, мне нужно выговориться. Я нашла друзей. Некоторые дети просто глупые. Я сказал Кэти, что мой папа работает уборщиком. Тогда ведь стол начал смеяться надо мной. Это было так плохо. Все издевались надо мной. Я так устал от этого, что мне пришлось уйти. Ну, не волнуйся, пап. Я знаю, что ты очень усердно работаешь. И я рад быть твоей дочерью. Пожалуйста, дай детство мне вкусную дочерью. Ну, я дал ей пиццу. Пойдем. Ночь будет долгая. Будет долгая ночь. Какое кровавое месиво. Я думал, что наконец-то привык к этой работе. Я не мог быть более неправ. Это заставило меня понять, что от большого Джима не уйти. По крайней мере, не если я не хочу быть как сыр весь в дырках. Не если я не хочу быть. Ага. Приехали. Задние улочки. Сразу все проверим. Машину уже подперли, блядь, меня. Движение тяжело. О. Сразу по-серьезному начинаем, да? А, ну типа вот же отсюда можно будет вытаскивать. Да? Ну как удобно. Сразу хоп и оп.
О. Даже не отметились. И что, типа, о-о-о. У нас была напряженная ночь, так что приготовиться мне делать соединение с титулами. Окей, хорошо, понял. Еще одно дело, какая-то старушка начала на нас кричать из окна, так я заткнул ее рот пулями, ну какое дело тоже. Будет сделано. Ладно, приступим к работе. Она не подойдет прицветил, хоп. Да. Все, блин, такая, блядь, игра, каждый угол что-нибудь запихать. Здрасте. Ключ, где мне найти ключ в этом беспорядке? Попробую найти. Еще надо доказать того, что больше людей должны начать читать. А, это там валяется. А, сколько мусора будет. С пулемета это стрелял. Здрасте. Ну, отсюда и начнем. Интересно, какие секреты ингредиенты хранят в этом подвале. Здесь есть подвал? Не запомнил. Закрыли. Ага. Кстати, где мне воду набирать? Воду там набирать. Ладно, когда подождет. Мама мия. Это место запутает, чем спагетти мои карбонати. Так, ну начнем. There was no need for so many tables anyway. I know. Офигеть. А что, что такое, что тут мусор?
Ну да, тоже выкинул. Мусор вот так-то вроде. Вроде все, да? Ну что, добро попадать? Я типа положу пакет, а потом домой. Ну все, да. Точно, да? Все. 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 Отсюда. Vincent, is that you? Vincent, это ты? А, да, я что-то окно открыл. Надо сейчас будет отодвинуться. Не пройдешь. Это чё, блядь, было? Чё ты меня обопёрся? Пролазь. Ну, здорово. Ёпка мать. Жи. Капец. Сколько мусора. Ужас. Угу, все, он дальше уже
Не штампуют. Ну все, короче, я отсюда не пойду. Сейчас мы здесь чуть-чуть. Поправим. Будем все отсюда. Сюда справа. Угу. Все, нам ничего не мешает. Вот сюда и складываю. Все мешает. Все. Ну вот, отлично. Например, три. Поджаренный. Блядь. Ха-ха. Подожди. Здесь, наверное, на это и было вот этот расчет, да, расклад. Ну-ка. Ну да. Опять спускаться нет. Что тут? Ты можешь нормально встать? Что за, блядь? Чуть-чуть выше, чуть-чуть. Что там, блядь, мешается? Во! Следующий сразу. Раз я тут. Пиздуй. Где там? Следующий. Его скрючило. Где-то тут еще один, да? Я думал, что кочевники распадутся после инцидента спа. Похоже, что они еще пытались отомстить. Не падай, не падай. Все, да? Back to the roots with good old toilet cleaning. Сразу дерьмо не пас почистил. Тихо. Чё? Скрам бежит. Его починить надо. Но я не видел набор инструментов. Кстати. Угу.
Поднос такой чистый, что с него можно есть. Блядь. Еще и срать можно с него. Если аккуратно поставить. Ага. Ну, типа не видит. С этого ракурса. Ну, как удобно лаву прокачал, а? Биджин красавчик, как GTA все сделал. Ну, теперь можно ведро с собой взять. Я уже сейчас тогда, короче, домой тут-то. И будем все расставлять, все смотреть. Вот угля ее, по-моему, будет чистенько, как новенько. Дыч, ты что делаешь? Вообще теперь без перезарядки даже, да, офигенный навык стал. Опа, тихо. Там еще пиццу надо подобрать. Надо руку тоже, короче, сколько-то прокачать нужно. Рука нам тоже нужна. Для таких вот моментов она не скачана. Action.
Блять. Ничего не мешает. Так, сейчас ведерко поменяем и начнем расставлять. Да, вылазь. Заключить союз без Майка, похоже, они не усвоили урок. Это сюда. А, так что надо свои эти поставить. Я еще по себе подносы собираю. Холодильник, да, ключи? Если бы я не знал лучше, я бы подумал, что это кусок томатного соуса застрял на этой сковородке. Оказаться в окружении настоящих мафиози — это противоположность иронии. И секреты ты скрываешь. Малышка. Где? Так, что, начнем с холодильника? Здравствуйте. Ну, явно было тепло. Огонька не хватало.
Так, вот сюда нахуй, чтобы точно попал. Да, это профиль никуда. So, they turned it into an interrogation room. Как бы тут холодно, ну ничего, отмывается, как обычно. Зачем он тебе, то есть ты карп? Итак, теперь, когда у тебя было время подумать, ты наконец готов поговорить. Черт, он уже мертв. Почему я сюда сидел? Что хочешь? Он действительно заслужил по одному приему за такой попол. Боже, они могли выбрать место потеплее для этого. А это откуда? Вон. Вон, что-то лежит. Угу. Ну все, тут. Да, швабры, да, типа, вот такой только надо губку прокачать.
О, типа все, всю кровь убрал. Зашибись. Смою сразу ведерко. Вот это да. Вот это да. Так, хорошо, запомнил. О, вот подвал, проход. Jesus, is that some ladder to hell? Ого. Это ладно. Так, это еще одна. Ну, это, наверное, вот эта песенка, да? Ну да. Все пропало, босс. Биг Джим знает все, встречи с Матео. Знает все, ждет, и беги. Ответ на это сообщение могу спасти множество жизней.
А, это украсть. Опа, сверху что? Вот это что ли? Одел глобус. Ты удумал. Глобус, да? Короче. О! Бинго! Ты... Так где глобус-то? Ну это вот он пошел, да? Погнали, глобус. По ней, мне кажется, он у меня в глаза попался, будет глобус. Очень настоящий деньги делали. Это точно. О, песня какая. Ох. Ты с ума сошел пытаться играть в русскую рулетку с Макаровым. Это не русская, это итальянская рулетка. Не в этом дело. Если ты такой робкий, то начну и я. Нет, подожди. Вот лифт, кстати, который типа не работает. Так, 1, 3. Бля, да что такое? 4, 8. Вот это вот серьезно дело. Никогда не слушай Марти. Только эта коробка сверху. Вон она наверху. Просто коробка.
Ну тогда все. Швабра по поводу опять. Вот 99. А если там что-то застряло, как это вытащить? Не сдвигается. Может, тут еще где-то что-то состояние об этом. Как еще гизы какие-нибудь. Здесь тут уже это другое. Гейзы, хмизы, я не видел. Неужели из-за этой ерунды, а? Кровь, а за мусор нужно пытаться где-то воду сложиться. Ну подберись, а ты, а. Сука. Ой, блядь. Вот это вот подстава. Все, глобус где-то там стоит. Где он? Чёрт его знает. Здесь не видать глобуса. Нам, блядь, нужно то бага с этим, блядь. Текстуры не будет. Нету. А, блядь. Ай, в пизду. Ну и ладно тогда. Нет, нет.
я 7 часов чуть не забыл. Может засчитает. Сейчас посмотрим. Надо. Это тут было. Все. Bullet hit her leg, the other went through her neck. Poor girl. This wasn't supposed to happen to her. That's sure. Another innocent soul ending up in a body bag in my car. The real monster now. If only you'd listen to your dad. Если бы ты только послушал своего отца, ты не. Может, где-нибудь тоже там гильза есть где-нибудь еще. То упрутся, то перелет. Big Jim is ruthless. Hard to believe I'm on his payroll now.
Так, ну, типа, по факту я все закончил, но... Я-то знаю, что еще не все. Да, ёп. Хорошо. Perfect spot for painting and spying on your neighbors. А я что, типа сюда с ведром должен был прийти, что ли? Капец. Я думал, у нее наберу водички. Ну ладно. Так, чтобы 500 раз не бегать. Сразу. Сразу вот это все. Делал вот так вот. Сейчас сюда подаем ведро, зальем жидкость. Mm-hmm.
уходить от мусора. Сука, да я не знаю, как от него избавиться. Может, гизик еще валяется. Ну, что тебе сделать? Все, нет возможности. Где я буду плавить кусочек, потом там валяется под низом и все. Ладно. Все, нормально. Нет, так нет. Что ты сделаешь? Не проработали. Этот момент. Ну, мусор все-таки 100% написали. 1% это 3. Пожалели. Все, это довольно. Одно опять не нашел, пятую песенку. Два секрета целых не нашел. Вдоль поперек все облазил, два секрета не нашел. Что-то я вообще... Опять тяните телефон. Так. А это что? Со временем. Вот, ну, со мной было. Волнышки еще длинить можно. Нет, давайте губку лучше. Дополнительная швабра, дополнительная губка, дополнительная... Так, это тоже. Посмотрим, что это. Так, и. Что это? Дополнительная веда. Ну и мусорное ведро вообще. Пойдет. Видите, ваш телефон. Что тут у нас? Типа новенькое что-то. Опять счета. Мистер Ковальский, ой, мистер Ковальский. Catch up list. So I've sent you a little present.
новых клиентов. Ваш клиентов или больше психов? Не буду. Что там? Идти спать. Ну вот и все. Нормально. На этом хватит. Следующая серия. Вилла в горах. It's open. Just come in. Hi, is Mark back home already? Марк уже вернулся домой. Он должен быть здесь через несколько минут. Хотите что-нибудь попить, пока ждете? No thanks. Обманул, все-таки хотел выпить. Мама, что за шум внизу? Томатный суп. А, это с пиццерии. Пойдет. Презент. Ну ладно, на этом пока все. Всем спасибо. И всем до новых встреч.